сравняем течь антифриза. Потому что, чтобы ее найти, надо сначала открыть капот и посмотреть двигатель на наличие потеков антифриза. И сразу мы видим. Антифриз он зеленый, он плохо высыхает, это вам не вода. Вот. И по запаху можно определить точно, что антифриз еще у нас или в этом месте, или вот в том. Для того, чтобы удобно туда добраться, нужно снять воздушный фильтр. Чтобы... Так, мы определили, что течет у нас вот тут патрубок. Можно попробовать пальцем снизу. И если палец у нас мокрый в антифризе, это означает, что течет именно вот. Отсоединяем все датчики, которые нам мешают, вот эта фишечка, и сжимаем хомут такими круглогубцами изогнутыми. Патрубок плохо держится на пластиковом. И мне кажется, что нужно все-таки просто заменить вот этот хомут. Выбираем хомут по размеру, устанавливаем его на место, зажимаем отверткой или там как бы ножом, заливаем антифриз. Здесь нет давления. Когда появится давление, если его плохо закрутили, он начнет снова течь. Поэтому вам нужно через несколько километров проверить этот патрубок снова.